Доброго дня еще раз. Нахожусь возле Верховной Рады. Снег чистить. Там стоит полицейский автобус. Бдят, приготовились до каких-то возможных провокаций, наверное, еще чего-то. Там насобирали кучу полицейских под Верховной Радой. Думают, что водители необразованные и будут утворять какие-то неправомерные действия. Тут какие-то особисты постоянно крутятся. Скажу вам честно, не стоило так беспокоиться. Но это один из факторов того, что, наверное, кто-то смотрит ролики, понимает по своей сущности, что, наверное, что-то не так. И милиции понагоняли неплохо, даже больше, чем при прошлом митинге предприемцев, насколько я понимаю. Потому что в прошлый раз их было в разы меньше. Сегодня холодно, митингующих против 26.95 маловато, все на работе. Но все, кто мог, приехал. Те, кто не мог, сбросил денег на карточки. Сейчас вам покажу, что действительно митингующих по поводу 26.95 очень мало. Я думал, как минимум должно быть в два раза больше. Хотя важно, что люди все же объединяются, приезжают из разных точек Украины. Приехал Харьков, я видел ВАДОС. Приехал Болтик, приехал Дима Полтава. Все, кто обещал, все приехали. Сейчас, пару минут назад, кто-то выходил из здания. Говорили, и сейчас говорят. Подойдем, посмотрим, что здесь делается. Полицейских больше, чем митингующих. Против этого гребаного 26.95. Вот Болтик. Все, кто здесь есть, я думаю, ребята еще подтянутся. Ждем. Всем удачи, всем всего хорошего.